Главнее всего не только погода в доме, но и чистый воздух вокруг. Этой теме было посвящено совещание с участием губернатора Сергея Морозова по совершенствованию мониторинга окружающей среды. За уровнем загрязнения воздуха на территории региона успешно следят 12 стационарных метеорологических постов. Они – главные помощники синоптиков. 4 раза в сутки работники Ульяновского гидрометцентра получают замеры атмосферного воздуха из разных уголков области. В следующем году количество таких пунктов решено расширить. Нужно охватить еще те наши регионы, города, где развита промышленность, но нет стационарных постов наблюдения. Поэтому уже на 2018 год в бюджете области закладывается приобретение еще 5 экологических постов и обеспечение их работы. Первые 3 будут запущены в Сенгилее, Димитровграде и Красногуляе. Еще 2 – в Инзе и Барыше. На их установку в областной казне заложено 20 миллионов рублей. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.